Всем привет, вы попали на канал Бисеринка Шоп, и наконец-то у меня дошли руки снять видео про мои новые фигурки амигуруми. В последнее время я плела не так активно, но все же что-то доплела. Достаточно много накопилось фигурок, и давайте я вам сейчас их покажу. Так, я хочу высыпать все. И те, которые показывала, я буду просто откладывать, а те, которые не показывала, буду показывать, да. Итак, первая фигурка, это идет вот такая вот балерина. Она получилась очень классная, она мне очень нравится. Так, дальше не помню, показывала я вам этого чудика или нет, лесного зверька. Не знала, что мне сплести, не хотелось такие большие амигуруми плести, поэтому сплела такого чудика. Далее, фигурка уже старая. Подарила ее маме на Новый год, но сейчас у нее другая фигурка. Так, кошечку-вилку вы, по-моему, видели. Не помню, показывала ли я вам этого динозаврика, но на всякий случай покажу. Далее. Это вот такая вот лягушка, которую я тестировала у Химани. Так, далее это вот такой вот кота-скелет. Энджел вот такая вот. Вот такой вот телепузик по моя последняя фигурка, которую я сплела. И есть телепузик Ляля. Но ее я вам, по-моему, уже показывала. Далее это вот такая фигурка собачка. Достаточно давно ее плела. Видели вы еще в самом первом обзоре, но почему-то она сделает что-то тут. Далее это вот такой вот котик. По-моему, тоже показывала, но пусть будет. Поняшка. Вот такой вот котик в пижаме акулы. Почему-то капюшон у меня не получился, и он у меня вот такой вот. На камере этот цвет виден как черный, но на самом он темно-синий, и в жизни видно, что он синего цвета. Так, далее вот такая вот лисичка. По-моему, лиса Алиса. Так, далее вот такой вот голубь, его я тестировала тоже, вот такой птенец, и на него надевается шапка вот такая вот, и получается голубь. Далее это вот такая вот лисичка, тоже не помню, показывала я ее или нет. Вот такой вот енотик маленький. Вот такой вот инопланетянин, немножко кривоватый, ну пусть будет. Далее это вот такая вот кошечка в желтом костюмчике. Единорожка. Доктор Плюшева. Ее я тестировала у Дарины. У Дарины тоже есть канал на Ютубе. Он называется «Бумажный медвежонок». Далее вот такая вот пандочка в клубничке. Так. Не помню, показывала ли я вам этого мишку. Но вроде не показывала. Это одна из моих любимых фигурок. Он мне очень нравится. Лук Парей. Его я показывала. И последние две фигурки. Первая это вот такой вот ушастик из крупного бисера 6 размера. И Стелла, которую я тестировала у одной девочки. Вот такие вот новые фигурки появились у меня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Ну, я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. Всем пока.